Всем привет, здравствуйте, YouTube. Небольшой такой видюшка, просто так. Поехали мы тут на пикничок на озеро. В Бедрено мы уже были там на озере, на луже на этой. Ну, в общем, сейчас вот стоим на переезде, на выезде из Сузуна. Так что вот так вот. Довольные вон, наконец дождались. Первый раз в этом году, кстати. Вот еще один поезд пришлось ждать. Уголек пруд. О, сейчас попрем. Сейчас поснимаем с другой стороны Сузуна, а то мы вечно ездим с другой стороны. Вообще, по идее, еще нельзя ехать, пока светофор моргает. Ну-ка, пойдем глянем Андриана, что там. Вот так мы тут скосили. Ну, блин, картошка большая уже, ёлки-палки. Блин, не поехал я все выходные. После дождя чуть-чуть прошел, думал, получше прольет. Сейчас придется. Ой, да нет, в принципе, земля не сильно. Вот, смотри. Вот уже влажный. Короче, надо с утречка пораньше. Хренать, наверное, завтра мы, Андрюша, с тобой долбанем. А иначе, смотри, вот встань по ряду. Вот так вот покажи. Видишь, уже какая большая. Надо ехать. Окучивать. Чтоб потом не мять. Да и дождя, похоже, долго не будет. Тебе было чисто. Ну, ладно, поедем на озеро купаться. Вот дорогу нашу перепахали. Пары. Пашут. С этой стороны уже спахнут. Дрын-дрын-дрын, дорога шла, уже как раз дорогу перепахал. Придется обратно выезжать уже там по кругу. Только там дороги нифига еще нет. Но... Первый раз с этой стороны задел.
О, плавательные агрегаты. Мишанька качает. Все грязные, мы с Андрюшкой тут красили утром. И Суздика. Вот сегодня у нас выходной. Сейчас еще один агрегат покажем, у нас есть. Плещется, плещется. Вот у нас еще один агрегат. Весь пыльный. Давай, Андрюша, разворачивай. Ну-ка, Мишанька, умеешь лодку? Давай, давай, раскатывай, покажем. Эй, тихо, насос не оторви, не тяни так. Куда тянешь-то? Запылила вся, что-то грязное с того года. Фу. Не, вот так ее. Ну, переварь это. Во. Чего ты хочешь? Ну так ты качать надо же. Дно сперва накачивать надо, дно. Дайте Маше накачать. Видишь, она будет маленькая. Вика, за дровами надо вон туда, в березняк идти. Да, они сырые. Ну, ломай. Ты помнишь, как накачивать? Помню. Ну все, будем качать. Тут сперва дно накачивается. Сейчас накачаем. Да пусть он покачает. Маша хотела, дайте Маше. Дай Маше. Миша, дай Маше. Ну-ка, Машуне давай. О. Там же подписано. Первое, второе. Дно у него просто накачивается. Да дадут тебе, дадут, не балуйся. Я уже забыл, как я. Короче, дно сейчас расправят. Так, крутили там клапан. Ну, теперь вот эту вставляй. Быстро, чтобы спускать можно. Все, поперли. Вот вторая качается и третья. Сильно эту не надо накачивать. Теперь, а тут подкачать, потом тут. Мишанька пока. Очередь, очередь у нас тут. Все, спускаем корабль на воду. Спасательные круги не забудьте. И жилеты. Помойте корабль, он грязный. Да пускайте кого вы. А, весла мешают. Весла. Давайте, давайте, и тащите. Тащи туда на чистую воду, идите мойте его. Ну, там под удочки есть, можно вдвоем, хорошо. О, дровосеки наши пришли. Где-то дров своровали. Будем обедать сейчас. Жарятся наши сосиски. Шкварча. Покажем нашей маме, как она оближется. Вкусно, да, Андрюш? Так мы по первобытному обходимся. Ножик забыли. Маше горчички надо? Так, я кетчупа. Ты ложи сосиску, ложи, я типа на нее. Пусть маманя посмотрит, как вкусно было. О, Андрюша тут руки свои тянет.
Че, Мишанька, горчичка нормально? А, все, приятного аппетита всем. Сдуваем наши лодки и матрасы. И поедем домой, время уже 7 часов. На озере никого нет, покажи. Мы тут одни. Маша, смотри, там грязь, ты ложись и платьишко, Маша. Все. Во. Кира ведь загонку отбивает уже. Видишь, как идет хорошо. Сейчас полуп Мари подымет. Че, 9 корпусов? 3, 6, 7, 8. 8? Да. Ну, иногда бывает и 9. Дорогу нам перепахал. Снимаем окошко. Вот так весь день пахать пары. Ну и сразу захватывается. Весь кирпич. Полностью даже, видишь, еще маленько больше перепахи. Приблизь маленько туда. Ну, ворона сразу. Ну, ему тут еще 2 раза пройти осталось. Он загонку добьет. И домой поедет. Ну. Чего он, Паша, сейчас как, Андрюш? Развал или свал? Развал. Ну-ка, блин, умнее. Как ты догадалась? Борозда, видишь, туда и сюда. Будет посередине борозда потом. А, Андрюша, блин, долго думает. Колхозник ты. Ладно, все, поедем. Сам. Ну вот, приехали мы домой. Ну что, довольны? Ну что молчите? Да? Да. Ну все, говорите всем пока. Пока.